Итак, ребятишки, и снова добрый вечер. Короче, у меня сегодня премьера, ребята. Блин, пожалуйста, посмотрите премьеру. Напишите вот комментарий, кто будет ее смотреть, чтобы я смог вам написать комментарий и пригласить вас заранее. Короче, вот сейчас можете уйти вниз, посмотреть, там будет написано премьера, путешествие на лодке ПВХ, и там что-то про лося, я забыл название написал. Короче, и поставьте напоминание, ребятки, пожалуйста, вообще пожалуйста. У меня время появится, я буду вам всем тоже помогать в развитии каналов. Ну так, ребятки, ну а сейчас я расскажу один анекдот. Короче, война, Василий Иванович, Петька, короче, и Анка съебывают от белых. Скачут, короче, на конях, блядь. Ну все, короче, коней поранили, нахуй, они подскочили к какой-то горе, а там ущелье. Ну и все, они давай в ущелье, Петька проскочил как худой. Василий Иванович тоже хуякс, Анка застревает. Застряла такая, блядь, не может Василий Иванович с Петькой. Анка, давай быстрей. Я не могу, Василий Иванович, не могу, почему? У меня таз застрял. Ну типа жопа. Василий Иванович, недолго думая, брось ты нахуй этот тазик, я тебе новую ванну куплю. Всем пока, давайте, ребятки, до свидания. До встречи на премьере. Премьера через 3 часа состоится. Посмотрим, короче, сегодня будет прикольно. Все, давайте, пока.